Ой. Не вижу, где третий. Но его не убили, да? Нет, нет, он живой. Спасибо. А кто был третий? Я не знаю. А в меня стреляли, понимаешь, в чем фишка? У меня... Не знаю, слушай, не знаю. Никого не вижу. В меня стреляли уже тогда, когда двое упали. Вот в чем фишка. Я даже не увидела, откуда. Тот домик я проверила полностью. Надо еще быстрее! Хочу! Ловушка установлена. Я бегу. Все уже? Да? Да. Здесь 30-30. Ловушка установлена. Данные скоро поступят. Идем сюда. А че это он его выкинул? Ну тебе дает. Пролетела у тебя перед глазами. Это был я. Это не вся жизнь пролетела у тебя перед глазами. Это был я. Здесь ячейка щита. Банки ставь по краям здесь. Как думаете, что тут? Размещаю ловушку с газом. Добавил независимую переменную. И одну где-нибудь вот здесь посередине поставь, вот здесь поставь. Здесь я точно найду. Как думаете? Ну вот здесь, за дверью, чтобы дверь открыли, она сработала, если что. Ловушка установлена. Ждем. Все, спина прикрыта. О боже. Че он там? Не стреляй! Иди! Как быстро, блин. Ты чё меня
Заряжаю щиты, сколько можно. Моя от возрождения забрала. А? У меня тоже есть. Не, не пойдем туда, не хочу. Чувак там что-то застрял. Ну, застрял чувачок еще наш. Здесь тоже сильно открытая территория. Ствольная коробка наковальня. Вижу врагов. Вот, ползают вдалеке, как маленькие кукарачи. Не пригодишься. Добавляю переменную. Так, у меня ульты пока нету. Ну ничего, сейчас откатится, наверное. Приглядываю за этим сектором. Он куда-то туда, вон сюда пошли. Робота надо добивать однозначно. Внутри у меня здесь. Где он? Робот? Я его грохнула. No problem, бро! Мое зрение меня не подведет. Ой, мне бы тяжиков. Тяжелых? На. Да. Вижу подопытных. Ой, сорян. Никаких подопытов. Так, ну слушай. Нужны тяжелые боеприпасы. О, ствольная коробка. Подожди. А я ждала. Я взял, да. Может. Нет, пусть он поделится тоже. Все, хватит. Спасибо. О, здесь вон тяжи, нифига, я у вас терроризирую. Последний отряд остался. А, нет, два. Слушай, нам надо в этот самый кольцо. Да, ну вот здесь. Мы в нем. Да не особо. Нет, мы в нем. А это будет очень больное кольцо. Я думаю, пошли вот так. Один отряд, все. А я не слышала, чтобы вообще кто-либо... Я тоже не слышал. Где тогда они? Здесь пистолет, пулемет и щит. Здесь нокаут-щит. Здесь аптечка. Еще и коней не буду. Блин, мне что ли? Я ее возьму, наверное. Давайте в темпе. У нас всего минута, кольцо. Он хочет заехать. Здесь ствольность, здесь прицел для короткой дистанции. Сорок пять секунд. Можем спокойно прогуляться. Туда кто-то наведался до нас. Так, ну у меня, по крайней мере, ульта есть. Ну они где-то здесь. Вот тебе совет, амиго. Хочешь бежать быстрее?
сбрось набедренную повязку. Нам бы занять верхотуру вот эту. Вот они эту, там. На... Вот сюда? Да. А пойдем, может, их найдем или что? Да, мне кажется, мы пока бегать будем туда-сюда, они нас перестреляют сверху. Не хотелось бы, потому что все-таки хорошая игра. Ловушка с газом установлена. Вон они. Там кто-то есть далеко. Мы бы пришли, как мы бы раньше их пришли туда. Я бы батут дал. Он пошел. Он пошел? Да, да. Ну, нас же, они же нас видели, мне кажется. Нет еще. Вроде как. Почему ты так думаешь? Я думаю, что не видели. Так надо ставить маяк. Ой, не маяк, а возрождалку. Сейчас видим. У них лайфлайн, надо нокнуть быстрее. Give me five, bro. Yes, easy with TTV. Ну, да, я, конечно,